Привет-привет, мои прекрасные друзья. Про спаржу я вам уже рассказала в этом волшебном саду. А вот зимние цветы. Мы в части, которая зимой и летом одним цветом. Так, ну вернемся к спарже. Вот уж не знала, что она так выглядит. Туи и можжевельники. Вот это похоже на альпийскую горку. Ну, пошли с той стороны посмотрим. Посмотрим на эти красоты. Идем дальше, изучаем. Ой. Мать учения. Повторение кое-чего. А кое-что у нас вновь и впервые. Ну вот шикарные плодовые деревья. Урожай уже снят. Вот это то, что мы с вами любим, но у нас уже этого в изобилии. Вот альпийские горки. Правда, здорово. Хоста, которая пахнет. Помните, вчера мы изучали. Вот такие красоты присутствуют у нас в жизни. У наших друзей. И это важно. Сейчас покажу крохотную не беседку. Это не крохотная, и это другое. Крохотную грядку, которая кормит наших друзей, которые сказали, что вот больше не надо иметь. Я вижу, с портулаком вы боретесь, как и я. Он неистребим. А это огород специй. Тут все пахучее-пахучее, это очень видно. Я надеюсь, вы видите пчелки. Ну, а мне это еще и слышно. Это все пахнет. А дальше посмотрим вот ту крохотную грядку, которая кормит целый год. Всю зиму, короче. Всю семью. Я сейчас пытаюсь оторвать что-то пахучее. Кармашек. Как тут все мясо. Эстрагон, щавель. Кому не хватает щавля. Ну и вот мы сюда. Я вам уже это все показывала. Даже артишоки, помните? Артишоки. Вы видели, как цветет артишок? А вот так. Напоминает что-то? Я надеюсь. Ну все, закончим помидорами красивыми. Сейчас. Вот такая красота. Космея. Ну это мы уже с вами по второму кругу. Я вам уже это все снимала. Просто без петушков и без хосты. Вот, пожалуйста. А мы еще были, когда пионы были пахучие, красивые. Я надеюсь, вам это нравится так же, как и мне, или вы мучаетесь? Неужели вы мучаетесь? Если мучаетесь, я вас буду мучить красотой. Вот так. Замучаю красотой вас. А мне нравится все это. Вот так же вот люди в деревне. Это прям все здорово, здорово. Давайте вот так общим планом сделаем. Прям здорово, здорово. И вон виноград дикий. А там поленница, дровник, наверное, называется. И вот так интересненько. Знаете, зачем эти дрова? А вот за этим... Вот такое приспособление. Ну все, давайте общий вид сделаем и попрощаемся с вами и с этой красотой. Обнимаю вас красотой сада. Градинская краса. Чао-чао, мои прекрасные друзья.